Здравствуйте, Эзен. Как ночевали? С вами Васильич. Будем сегодня заваривать кисель, покажу. Сейчас у нас идет пост. Пост. Это с 15 марта по 1 мая. Вот на 2001 год совпал пост на этот промежуток времени. Ну, вам покажу я про кисель. Как это все делается, запаривается, я делаю. Вот взял баночку облепихи. То есть взял я, разморозил ягоду разморозил, взял в баночке растолок, ягода дала морс, засыпал 8 или 10 там ложек сахара, все размешал, и размешиваю еще ложкой к стенке, придавливал, растирал ягоду. Вот баночку следующую поставил пустую, взял ситечко, положил, и с той баночки разведенной ситечко ягоду полностью растирал, то есть мякоть, вот эту вот шкурку и косточки. Вот даже еще одна осталась, попала каким-то образом. Вот косточки отсеивал здесь. Вот такие вот косточки получается. И получился у нас вот такой вот сахарный сироп. Взял я водички теплой налил. Потом крахмал вот такой вот продается, картофельный сорт экстра. Вот, берем мы нашу теплую водичку и, ну, давайте ложечки две разведем, подготовим, вот, чтобы комочками не было у нас крахмал. Вот одна ложка, вот, вторая ложка. Это все тщательно теплой водички мы размешиваем, потому что если в большой емкости, то могут скататься у нас крахмал в комочки и плохо будет запариваться. Развели. Вот. В сторону откладываем. Так, беру я наш, ну, вылим, наверное, потом, потому что это все обычно на печке готовится, температура постоянно. Вот у меня вскипел чайник, вода. Вот. Наливаю воду, а то мы сейчас, она холодная с холодильника, температуру собьет с воды, и у нас ничего не получится. Плохо заварится. Вот наливаем кипяточку наливаем, вот так вот кипяточку, потом вот размешали, посмотрели, чтобы убедиться и лучше запаривать крахмал в воде, я взял вот такой вот сочинник или как. Вливаю и смотрю, есть кусочки или нету. Вот, чистая, нормальная, растворился крахмал. И размешиваю, мешаю, и вливаю наш крахмал. Наш кипяток. Вот так вот вливаем.
Ну, получается, заваривается у нас кисель. Ну, смотрите, чем больше киселя, тем он будет густой. Вот. Размешиваем. Размешиваем. Вот так вот. Вот. Получается у нас вот такой. Ну, можем и добавить еще. Еще добавить сверху и размешать. Вот так вот. Ну, где-то с ложечку еще. Добавим мы. Добавим. И размешиваем это все у нас. Размешиваем стенки. Вот так вот, чтобы кусками не было. Это все хозяйство. Наш крахмал. Вот. Так, как я делал, почти не рекомендуется, потому что кусочки у нас сразу запариваются. Кусочками она. Кусочками. Вот. Но я разминаю, но кусочки успели запариться. Кусочки успели запариться. Ничего страшного. Мы это выловим. Вот видите, запарились кусочками. Знаешь, нарушаешь, и выходит, как всегда. Думал, пронесет, но не тут-то было. Технология, есть технология, она веками вырабатывалась, и нарушать не позволит нам матушка природа. Вот так вот. Размешиваем. И, как говорится, выливаю я этот наш нектарный облепиховый сок. Вот так и размешиваем вместе с крахмалом. Вот, чтоб однородная у нас получилась смесь. Вот. Получается вот такой кисель. Вот. Отодвинем. Вот, красивый, желтенький кисель. Вот. Ну, а теперь, что я сыпал, вот это вот неудавшийся запарился у нас крахмал, видите? Так что не нарушайте технологию. Сперва надо размешать водички и потом вливать. А вот некоторые пробуют, получается вот такая вот бяка, сворачиваемость нашего крахмала, и говорят, что варил, не получилось. А так получается, вот видите, какой хороший у нас кисель. Ну, это я пить густой не делаю, можно вообще густо. Я вам говорю, чем больше крахмалу, тем он будет густее. Густее. Дальше что я хочу показать вам. Вот берется этот киселек. Киселек, пожалуйста. Вот. Есть такие вот они сладкие печенюшки. Есть вот белого цвета, они постные. В нем не сахар, одна мука и зажарены. Вот такие вот беленькие. И есть вот такие вот серые тоже. Но это у нас отрубные. Отрубные.
И мука добавлена второго сорта, вот темная получается. И поснимся. Вот печенюшки такие. Кисель наш. Также можем еще мы изготовить, запарить. Делаю, вот когда одуванчики вот начинают расти, вот такой вот медовый, как варенье называют некоторые мед с одуванчиков. Таким образом. Тут я раздвинул. Нет. Нет, вот я думал, уже похозяйничали. Как-то перекрутилось. Ложечку вот специально я брал чайную. И вот смотрите, прозрачный. И тянется, как вот это вот мед. Это все с одуванчиков варил. Очень питательный, хороший медок или же варенье. Особенно весна начинает, как начинают одуванчики свисти, то из них варится или мед, или же варенье. Вот таким образом. Также можно будет так, разбавим мы, я покажу. Горячий, горячий нельзя нам. Ну, пускай остывает мы. Подольем, остудим нашу водичку, чтобы теплая была. Чтоб теплая была водичка. Сейчас мы сделаем, чтобы теплая была водичка у нас. Крахмал не запаривался, не заваривался. Вот таким образом. И хотел что я сказать. Что под рукой есть, что заготовили или как. Вот даже с одуванчика можно кисель сделать. Кисель. Так что берем теплый да, теплая. Попробовал водичка. Водичка. В этой водичке, ну так как будем одуванчиковый варить, ничего страшного, возьмем эту ложечку и крахмала, сейчас мы положим, ну ложечка размешали, вот. Вторая ложечка. Тут же размешиваем, чтоб не было комочки. Еще ложечку. И размешиваем, и чтоб комочков не было. Вот. Еще ложку. Это значит 2 столовые ложки. И еще мы. Вот. Тут же размешиваем, тут же мешаем, чтоб не было комочков. И выходит еще ложечку размешиваем. Вот. Ну там осталось, еще мы тогда, ну выходит
Три ложечки запарили, вернее, подготовили крахмала. Вот, тут, видите, хочет приклеиться. Вот, тщательно перемешиваем и смотрим. Нету у нас комочков. Вот. Размешали тщательно. Вот так. Да, нету. Сейчас проверим. Переливая. Я убеждаюсь, есть или нет комочки. Нет, нету. У нас целиком запарилось. Вот, прокрутил, посмотрел. На донышке чисто. Вообще ни крошечки, ничего. Значит, все целиком у нас запарено. Берем мы, значит, вот такую кастрюльку. И будем в ней запаривать. Теперь, вот кисель запарили, я знаю, что там с сахаром был сироп, все. Вы пробуйте, как вам сладко, не сладко. Добавляйте, пока горячо, сахару, сколько надо вам по вкусу. Размешивайте, и отличный получается у нас кисель. Пока мы шель-шевель, у нас уже чайник закипает. Значит, мы заварим вот такой вот кастрюльки. Выпивается очень хорошо. И сейчас весна, надо нам вот, например, с облепихой. Это очень вкусно, хорошо и подлечит, где места, что слабенькие, или мы пищу едим, где-то отцарапали там стеночку желудка или что, не видим, не ощущаем, там все произвольно само зарастает, затягивается. А это вот укрепит, подчистит, лишний хлам, как говорится, вымоет. Очень отличная штука. Также делаются облепихи, облепиховое масло. Оно от незаживающих ран, вот это ожога, все, ожоги, в лед лечит масло. А так как мы цельные ягоды делали, все, эти масла, витамины, все находятся здесь, в этом киселе. Дальше взять с любого растения, сам когда делаешь свое что-то или таежное, добавляешь, получается очень вкусно, хорошо для здоровья. Ну вот у нас чайник закипел. Вот. Берем мы чайник наш, кипяточек выливаем вот в кастрюльку. Вот так вот, думаю, достаточно. И теперь берем ложечку и размешиваем. Потому что пока разговаривали, я перелил, а это самое свойство крахмала таково, что она оседает крупицы крахмала на дно. Вот, взяли мы и ложечку берем, вливаем кипяток и размешиваем наш кисель получается. Вот видите, какой этот кисель погуще у нас получился. Видите, какой тягучий.
Можем еще добавить, еще густее будет. Вот. Да? Вот таким образом у нас какой густоты киселек. И теперь вот это мед варенье мы, как говорится, в нашу емкость и перемешиваем. И перемешиваем. Делаем одну составляющую. То есть одуванчиковый. Одуванчиковый киселек у нас. Вот. Даже возьмем мы маленькую вот вкусняшку такую. Вот видите, какой цвет. Все. Простояло зиму. Не, подъели, вот баночка осталась еще. И мы размешиваем. Размешиваем. Вот такой вот. Видите, какой у нас тягучий получается. Если б не быть голосновым еще запарить, то у нас будет еще гуще. Проверим, здесь у нас оставался. Видите, сел крахмал. Мы взяли вот так, поболтали ее по стенкам, провернули, где он осел ложечкой, раз-раз по донышку, раз-раз по донышку, да. Это перемешиваем, перемешиваем и вливаем сюда, помешивая. Вот так вот наш киселек. То есть сразу происходит загустение, что требовалось заказать. Как я и говорил, что чем больше крахмала, тем будет густо. Вот. Смотрите на свое усмотрение, кто что любит. Видите, вообще тягучий он стал. И сахару добавляйте по своим вкусовым потребностям. Вот так. Попробуем. Это что-то, ребята, вот тебе дуванчик. Вкуснота, вкуснота. Можно с любой выпечкой. И так захотели попить или что. Некоторые вот худеют, скажу, самое хорошо взять на вооружение кисель. А когда худеют, обманывая желудок, берут и пьют воду. Так вы воду не пейте. Это вода, но она кисельная. Также будет обманывать желудок. Желудок, вы вот сахару много не ложьте. Например, с одной ягоды. С одной ягоды. Потом как-нибудь я вам покажу, как с ягоды целиком делают кисель. И желудок-то будет не вашу воду гонять и потом пучить. Что-то свои добавлять, неясности. А киселек, он отвлекет от пищи вас. И будет желудок хоть работать, забирать все витамины. И пополнять витаминами организм. Вот так. Вы будете худеть, но крепенькими. А не овощем, как вода. Ну вода, что она, плюнь вода вот. Ну, где-то так. Ой, друзья, товарищи, ребята, девчата, подписчики, не забывайте, подписывайтесь. Также уж говорите, рассказывайте, чтоб на вооружение кто-то что-то хочет приготовить.
скажите друзьям, товарищам, чтобы смотрели и тоже подписывались. В Ютубе на канал «Бородатые рецепты Васильича». Вот. Будем готовить, не унывать. Все жизненное, все вековое. Будьте здоровы. Пока.